Очередь в ивановские детские сады понемногу сокращается, несмотря на то, что в последние годы рождаемость в областном центре растет. В существующих дошкольных учреждениях создают новые группы. В 194-м детском саду раньше было 2 спортзала. Теперь помещения отремонтировали и переоборудовали. Сад смогут посещать еще 20 малышей. Чиновники говорят, что пустующих помещений в детских садах уже почти не осталось, и решать проблему очередей придется только за счет строительства новых детских садов. Сейчас очень активно ведутся работы в микрорайоне Московском. Это детский сад, который мы, в общем-то, планируем до 1 сентября 2013 года ввести полностью в эксплуатацию. Кроме того, новый детский сад в микрорайоне Ильинка. И я думаю, что при поддержке правительства Ивановской области мы планируем начать строительство пристройки к 36-й гимназии, где также будет находиться дошкольная группа. Дошкольное отделение, которое тоже позволит снизить напряженность в этом микрорайоне. Кадровый вопрос с воспитателями дошкольных учреждений в Иванове остро не стоит. Особенно, если речь идет об открытии дополнительных групп в уже существующих садах. Здесь коллектив сложился, и дополнительную нагрузку учреждению взять на себя намного легче. Иначе обстоят дела с новыми детскими садами. Когда мы открываем совсем новое учреждение, то штат приходится формировать заранее. Но мы надеемся, что те меры, которые сегодня предусмотрены на уровне правительства и Российской Федерации, Ивановской области по повышению зарплат воспитателям дошкольных учреждений, это будет, в общем-то, большой стимул для того, чтобы приходили молодые кадры и оставались работать. Это очень интересно, это очень творческая, это очень благородная работа. Благодаря усилиям городских властей, очередь малышей в возрасте до 3 лет в Ленинском районе Иваново ликвидирована полностью. Чиновники ставят высокую планку. К 2016 году полностью решить проблему доступности детских дошкольных учреждений. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.